Является Тимошенко, а Тимошенко – композиция с лентой. Она исполнена уже на современной музыке. В синтезаторском варианте Владимир Востряков использовал музыкальные фрагменты из композиций, которыми пользуется Майкл Джексон. Здесь присутствовала уже совершенно иная пластика. И как бы новая грань дарования Александра Тимошенко. 10-х оценка Тимошенко. Титул Олимпийского. А вот сейчас мы увидим с вами выступление талантливой юной гимнастки Юлии Байчевой из Болгарии. Она так же, как и Оксана Костина, дебютантка мирового помоста. Ну, специалисты ее уже давно знают, видели, наблюдали. Отличается необыкновенным артистизмом. Очень пластичная гимнастка. И от этого ее выступления тоже зависит ее будущее. Посмотрите эту композицию. Эти 9/10 работает Златка Бондчева в исполнении Оксаны Скалдиной. Thank you.
Да, неисчерпаема фантазия тренеров Альбины Николаевны Дерюгиной и Ирины Дерюгиной. Можно только восхищаться тем широким диапазоном, который они предлагают своим ученицам. Вы подумайте, самые разные программы, самые разнообразнейшие композиции, каждая из которых своеобразна, самобытна. И для каждой гимнастки, для того, чтобы оттенить каждую, так сказать, каждую граню, это 10 баллов. Таким образом, Оксана Скалдина высшие награды завоевали Александра Тимошенко. Александра Тимошенко стала абсолютной чемпионкой.